Вот что касаемо костюмов. Ну, костюмов. Да, костюмов. Вот я могу с уверенностью сказать, что ежели ты не был Дедом Морозом, там, ну, в зависимости от гендерной принадлежности своей, или Снегурочкой, то не можешь называть себя артистом настоящим. Вообще, вообще, да. Ну и в моей судьбе такая история случилась. Завод машиностроителей в советское время, машиностроителей, денег хватало, и вот завернули такое грандиозное действие. Одна, значит, часть на улице, возле елки, другая часть внутри. Заказали два костюма, один для улицы, естественно. А родом-то я из Кургана, и у нас там, в общем, под Новый год 30 градусов, это нормально. Вот. И легкий костюм такой для помещения. В конечном итоге, значит, костюм шили только теплый, а все действие перенесли в помещение. И вот я, значит, в трусах и в шубе, в пимах и в теплой шапке, 18 елок ряду как дал с детишками, 6 килограммов потерял. На тот момент у меня и так, в общем-то, они не были лишними. Лишнего веса не было. Поэтому рекомендую, ежели чего, то это верный способ. Как космонавты, да. Ну, бесценный опыт. Кто-то мне сказал, говорит, я после елок совесть вообще потерял.